возможности у него показать свою технику во всей красе в таких ситуациях. Хуан Аранга — это его точка, ну а любая точка, где он может пробить слева, она может считаться точкой Аранга. Примеривается, пристреливается, его бьет поворотом и забивает! Гол! В счете Боруссия больше не уступала. Вспомним матч с Нюрнбергом. Великолепная была игра, когда пропустили первыми и забили в самой концовке 3 мяча. И вот теперь опять отыгрываются. Боруссия, конечно, волевая команда, но Хуан Аранга, какого же Хуан Аранга? Потрясающие штрафные, раз за разом. Ни сезона без вот такого красавца гола со штрафного. 30 метров до ворота, а он...